Всем привет, друзья! Новая серия про самодельный пылесос. Вот он, красавец. Сегодня выяснился один неприятный момент. Неудачно я спроектировал один из узлов. А именно вот этот цилиндр, точнее место присоединения его к пылесосу. Здесь была резьба. Это, конечно, нужно было предусмотреть. Известно, что эпоксидная смола довольно-таки хрупкая. Ну и вот видно, как раз-таки в этом месте она обломилась. Короче, набросал тут небольшой рисуночек. Чертежом это вряд ли можно назвать. И сегодня из этого кругличка мы выточим довольно-таки непростую переходную деталь. Итак, друзья, давайте посмотрим, что получается после шлифовки. Вот такое качество. Его я добился абсолютно без всяких полировочных паст. Одними наждачками приобрел на AliExpress. Очень мне нравятся вот такие наждачки. 3000, 2000. Они на мягкой основе. 4-7 тысяч. Короче, градация у меня через 1000. Вот эта поверхность доведена 3000-ной наждачкой. Кому интересно, кому будет полезно, друзья, ссылочки я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. Как вы видите, я всегда защищаю направляющий. Сейчас я все это дело уберу и дополнительно потрачу минут 10 тщательно все. Протру все направляющие. Так я делаю всегда. То есть, ребята, не думайте, что я просто убиваю станок наждачками. Я думаю, не надо тут впадать в какие-то крайности. Просто нужно ухаживать за станочком. А абразив, он может упасть на станок у меня даже вот с этого потолка. Причем огромное количество может его нападать, и вы можете не заметить. Да и просто где-то рядом можно резать болгаркой, и сюда также на направляющие попадет абразив. Так что я допускаю для себя работу на токарном
наждачками. Но всегда после этого слежу, чтобы направляющие у меня были идеально чистыми. Ну и, естественно, дополнительно их смазываю. Взял еще одну небольшую болваночку, сейчас ее обработаю, нарежу внутреннюю резьбу, все это дело совмещу и продолжу обработку уже этой детали. Это будет у нас, так сказать, вспомогательная деталь. И опять, друзья, я установил на токарные свою самодельную дичь-оснастку для ручного фрезера, без которой я уже как без рук, очень она расширяет функционал. Конечно, в планах у меня и в мечтах сделать что-то посерьезнее, купить фрезерную головку, сделать для нее массивную оправку, чтобы это все было жестко. В идеале, чтобы она и по высоте поднималась. Ну, короче, чтобы можно было производить на токарном фрезерные работы. И сейчас по окружности мне нужно сделать 3 аккуратных паза. Два паза я уже сделал, но остается последний. Сначала немного намечаю, где будет будущий паз. И чтобы облегчить путь фрезе, я просверлю здесь отверстие. Так, ну, вот что получается. Вот такая загогулина. Прямо авиационная деталь какая-то. Ну, нужно дальше еще доводить вручную, чтобы все было по красоте. Обработаю все острые углы с помощью бормашинки. Вот такой твердосплавной фрезой. Ссылки будут в описании, кому нужно. Итак, друзья, торжественный ответственный момент. Теперь нужно соединить вот эти две детальки вместе. Изначально я хотел все это склеить на эпоксидную смолу, но потом подумал сделать разборное соединение. Посмотрю, как поведет себя вот этот контакт. Под видео, где я делал вот эти контакты, вы мне надавали очень много полезных советов. Например, сделать подпружиненным вот этот контакт. Но, как вы видите, здесь не совсем много места. Может быть, в будущем я изменю конструкцию. А так, ребята, ваши комментарии очень полезны для меня. Многое из того, что вы мне пишете, я беру себе на заметочку. Теперь необходимо просунуть провода вот сюда, в это небольшое отверстие. И осталось закрутить. Обратите внимание, что провода свободно себя чувствуют и не перекручиваются. Есть. Итак, друзья, наконец-таки деталь на своем месте. Очень жестко получилось, что и требовалось. Ну и давайте проверим, как все работает. Отлично! Ну вот, друзья, у меня на сегодня все.
Очень доволен я деталькой, которая у меня получилась. Кому интересно, что же будет дальше, следите за видео. Кто не подписан еще на канал, подпишитесь обязательно. Если понравилось видео, поддержите лайком. Всем пока, друзья. Пошел пилить для вас следующий видосик.